Покажу вам, как сделать настоящий бутерброд панк, когда вообще все что угодно лень делать. Просто нарезаем батончик вот так вот на 4 кусочки, сырочек тоже нарезаем, ну и сосисочку. Сейчас тоже я ее вот так вот чисто пополам порежу. Опа, оп, все готово. Сейчас, короче, покажу. Вот так вот берем тарелочку, берем вот так вот хлебушек, ложим вот так вот на две частички, сюда кепчук нафигариваем. Сейчас я открою кепчук. О, открылось. Значит, сейчас вот так вот. Опа, привет. Ох, ё-моё, вот это я популярный, не смс-ки мне приходят. Чисто прикол. Все, кепчик нам больше не понадобится. Дальше берем вот такие вот кусочки сыра, чисто размазываем кепчук. Опа, готово. Так, ну теперь можно положить сосисяндру. Так, опа, теперь это все накрываем так вот и прижимаем. Опа, готово. Один готов, сейчас будет второй. Опа, тоже готово. Так вот, и дальше вот так вот накрываем. И теперь это все, вот это вот наше добро, ложим в микроволновочку. Я просто сейчас ночью, люди спят. Опа. И это все на минуту закрываем в микроволновку. Ну как, пожарится, все вот это приготовится, я включу запись. Так, ну все, наши бутеры готовы. Можно их уже вынимать. Вот они, наши вкуснейшие бутербродики. Так что, если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал. Поставьте лайк. И обязательно оставьте комментарий. До конца лета хочу 50 подписчиков там бить. Так что вот, давайте, дерзайте. Все, пока тогда.